На участке улицы Рождественской длиной около 600 метров уложили подушку и щебня. Вот-вот должны подвести асфальт. Смотрите, чтобы качество было хорошее. Планируем, ну так где-то. Ну, мы в свое время столько жалоб получили с этого переулка, что разбитая дорога, вот эта смазка, Рождественский там, очень много. Поэтому заложили программу в свое время эти улицы сделать, и управление ЖКХ все сделало для того, чтобы была нормальная, хорошая улица. Идет укладка первого слоя. Он должен быть не менее 4 сантиметров после того, как по нему проедет каток. Поэтому берут с запасом. Судя по замерам, получается в районе 5,5 сантиметров. В этом году работы выполняет компания из Прикамья. На торгах она предложила самые выгодные условия. Асфальт приходится возить из-под Краснодара. На трассе пробки. Добирались дольше, чем планировали. Однако вода на поверхности активно кипит. Это признак того, что необходимая температура выдержана, поясняет специалист муниципального управления ЖКХ. Первый взгляд там хорошо. Будем смотреть дальше. Так хочется надеяться, чтобы дальше работали. После окончания работ будут взяты образцы. Их изучат специалисты в Анапе и Краснодаре. Эта же компания уже завершила ямочный ремонт на общей площади порядка 7,5 тысячи квадратных метров. Экспертиза показала, что работы выполнены качественно. Глубину, на качество асфальта, на прямолинейность старались и на проливку, естественно, потому что одна из, будем говорить, составляющих качества – это проливка, особенно как края. Края, как правило, не проливаются, тогда туда попадает вода, которая способствует разрушению, особенно вот ямочный ремонт этим страдает. Этот участок первый в новом списке. Всего предстоит уложить 4 километра асфальта, в том числе порядка 1 километра в станице Гастагаевской. В щебне выполнят около 12 километров улиц. Треть из них приходится на станицу Анапскую. Александр Ребека, Михаил Попов, Анапа регион.